дорога через Керченский пролив из Тамани в сторону Крыма. Вон, видите, уже показались арки моста, и никаких повреждений здесь уже не видно. Нет, на этом участке даже строительной техники, и так и не скажешь, что совсем недавно здесь были какие-то серьезные разрушения. Ну, разве что по вот этому вот темному асфальту можно судить, что это совсем новенький еще элемент моста. Вот мы прямо сейчас едем по нему, этот свежезаасфальтированный участок с нанесенной уже разметкой. Мы въехали сюда одни из первых. Сейчас, видите, все потоки с той стороны переброшены на эту нитку. Обгонять на этом участке пока нельзя, потому что здесь же проходит встречка, но ограничений по скорости нет, так что можно ехать с допустимой на трассе скоростью 90 км в час.